Здравствуйте, на библейский портал «Экзегет» пришел такой вопрос, немножко провокационный. Почему в мире так много религий, а толку нет? Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Религий много, потому что человек религиозен по своей природе. А атеистов за историю человечества крошечное меньшинство по сравнению с людьми верующими. Но человек творит религию по образу своей души, если он отказывается от той веры, которую дал человеку Господь. Если человек хочет жить в блуде и воровстве, он придумывает себе Венеру и Гермеса. Ну, если очень сильно упрощать. И вот когда на Олимпе все дерутся, делают друг другу подлости, прелюбодействуют и изменяют, то значит, вполне себе и в Афинах, и в Эфесе так можно жить. А вот то, что толку нет, я с этим не согласен. Миллионы людей преобразились за историю Церкви Христовой по образу Господа нашего Иисуса Христа. Вошли в Его Царство, прожили праведную жизнь. Мы даже не знаем, сколько. Малая толика их прославлена в лике святых. Но праведников, исполнивших закон и спасенных по любви к Иисусу Христу, их немыслимо больше. Поэтому толк очень большой. Если бы не было христианства в мире, здесь была бы сплошная кровь. И никто бы не выжил. Ну, достаточно посмотреть на пример нашей страны. Самые страшные жертвы человеческие в истории нашей страны сотворены когда? В атеистический период правления. Когда отказались от веры во Христа. Когда человеческая жизнь потеряла всякую цену. Потому что если ты не любишь Бога, ты и образ Божий тоже не ценишь. Он не представляет для тебя никакой ценности. Поэтому революция, поэтому гражданская война, поэтому лагеря, поэтому коллективизация, поэтому репрессии. Вот этого ничего не было, пока народ был христианский. И от этой статистики страшной никуда не денется ни один атеист. Поэтому толку от правильной веры во Христа, настоящей, действенной, очень много. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.